Всем привет! Вы на канале «Все интересно у Саши». И сегодня я буду снимать игру «Пирог в лицо», часть вторая. Я играю в нее уже второй раз. Я вчера снимала про нее видео. И тоже сама поиграла. И сегодня я тоже сама поиграю. Вот. Я думаю, если вы не видели это видео, то тогда обязательно его посмотрите. Вот. Я сейчас все достану. И мы начнем играть. Вот. Начнем сейчас играть. Все. Надеюсь, сегодня не будет так нечасто попадать, как вчера. Все. Собрала. Надеюсь, сегодня так часто не будет попадать. Сегодня 7 раундов. Опять. 2. Пока не видится. 5. 3. Сейчас 4. Сейчас 4. Как я и говорила. Первый раз попала. Осталось 5 раундов, 6 раундов. Почему-то опять снимать. Вот я сейчас готова. Теперь сколько у меня? 2. Тут сколько? 2. Два.
2. Опять 2. Опять 2. Чувствую. Еще 5 попадалось. Что ж, мне сегодня так, точнее, мне и вчера везло, и сегодня везет. Если бы они были у меня клубничные, то это еще бы ладно. А это обычные. Я очень грустный. Удивляюсь. Самый невезучий человек. Еще 4 попадания. 5. Прям в глаз. Сегодня у меня еще одна будет игра на обзоре. Мне Лена его привезет на Новый год, потому что она уже завтра не работает. Я даже не знаю, как это будет игра 3. Ну почему?
Сейчас будет. На первом разе. Это просто несправедливо. Еще два. Ладно, и без... Я с этой хочу убрать защитой. Четыре. Не боюсь. Ладно. Не зря я боялась. Еще один раз. Еще один раз. Три. Мне с первого раза попадает. Конечно, интересная игра, но очень-очень-очень противная. Но все равно классная игра. Ждите сегодняшнего еще видео. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Нажмите там внизу на красную кнопочку. И подписался? Молодец! И потом появится колокольчик. Не забудь нажать на него. Ты всегда будешь знать, когда у меня выйдет другое видео.